Региональный чемпионат по караоке среди детей собрал 15 конкурсантов в возрасте от 4 до 17 лет. У микрофона как любители, так и профессиональные исполнители. Самые маленькие участники музыкального турнира признаются, петь в караоке не ходят, но мечтают о большой сцене. Я пою с 7 лет. Меня нашли на хоре, меня мама записала на хор. Мне очень нравится петь. А какие вот это эмоции, когда ставишь на сцене? Ну, я чувствую страх, волнение всегда. Когда выхожу на сцену, это все утешается. Ну, мне хорошо. Оценивало мастерство начинающих артистов профессиональное жюри, специалисты в области музыкальной эстрады. Они учитывали не только вокальные данные, но и артистизм исполнителей. Кстати, репертуар конкурсанты подбирали самостоятельно. На чемпионате звучали песни из известных кинофильмов, хиты популярных российских и зарубежных исполнителей, а также военно-патриотические композиции. Я исполнила песню «Open Kids. Мир без войны». К нам в школу пришла девочка из Украины. Мы с ней подружились, и она рассказывала о тех событиях, которые сейчас там происходят в ее стране. И мне захотелось именно эту песню исполнить, потому что все проблемы... Проблемы нашего мира, настоящего, которые сейчас происходят, оговариваются именно в этой песне. Испытать себя и свой голос на региональном чемпионате решил и Даниэль. Вокалом он занимается уже 2 года. У 11-летнего артиста на счету уже немало побед. Даниэль – лауреат первой степени конкурса, организованного продюсерским центром «Бест». На фестивале «Созвездие Орла» он стал 3-м. Участие в чемпионате Брянской области, уверен юный артист, это еще одна важная ступень на пути к успеху. Решил в нем участвовать, потому что я люблю разные конкурсы, и мне это приносит удовольствие. Мне нравится вообще вокал, и я очень люблю петь. Даже дома я пою часто. Чемпионат области по караоке состоялся впервые, но организаторы надеются, что он станет традиционным. Кристина Подхилова, Максим Кузнецов, события Брянск.